Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный и красивый салат «Арбузная долька». Присоединяйтесь! Небольшим кубиком нарезаем 200 грамм копченой куриной грудки. Ее можно заменить отваренной куриной грудкой. Куриной грудки добавляем 100 грамм консервированной кукурузы. 3 отваренных вкрутую яйца натираем на крупную терку. Добавляем кукурузе с мясом. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза. Перемешиваем. 150 грамм сыра, у меня российский, натираем на мелкую терку. 2 свежих огурца разрезаем пополам, удаляем мякоть и семечки, натираем на крупную терку. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и отставляем в сторону. 2 томата разрезаем на 4 части, удаляем плодоножку и удаляем мякоть. Нарезаем томаты мелким кубиком. Разрезаем на 4 части несколько маслин без косточек. Приступаем к сборке салатик. В блюдо выкладываем салат в форме полукруга. Выравниваем салат, стараясь придать форму арбузной дольки. По всей поверхности салата выкладываем натертый сыр. С внутренней стороны делаем небольшое углубление, отступая от внешнего края несколько сантиметров. В полученную выемку выкладываем томаты. Отжимаем лишнюю жидкость у огурцов и выкладываем их по кругу. На помидорки выкладываем четвертинки маслин. Салат готов. Он получается очень красивым, ярким и вкусным. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.